Джанан узнала, где Хазал, и едет туда. Поехали, нужно добраться раньше нее. Я тоже поеду. Нет. Вы останетесь здесь. От них всего можно ожидать. Я заберу дочь и вернусь. Азиз. Хорошо, Жали. Оставайся там. Я отправлю за тобой ребят. Не вздумай оттуда уходить. Азиз, звонила Жале. В Урал узнал, где держат Гинджера. Он едет туда. Эти Демироглу лезут со всех сторон. Ты займись, Хазал. Я решу вопрос с Уралом. Ладно. Кафиз, останься дома и пригляди за ними. Но... Прошу тебя, от них всего можно ожидать. Ладно, хорошо. Я принесла вам чаю. Не стоило утруждаться. Мне не трудно. Вы, наверное, замерзли? Замерзли, спасибо. Это очень любезно. Пейте на здоровье. Вы куда? Мне наскучило дома, хочу прогуляться. Не отходите далеко от дома. Мы же в горах, куда мне идти? Ну как приготовление к свадьбе? Хорошо, пытаемся все успеть. Успеется. В какой участок она едет? Хорошо, я поняла. Большое тебе спасибо. Остальное я сама улажу. Хазал? 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 Что ты творишь? С ума сошла? Какая же ты мерзкая и подлая! Как ты могла это сделать? Пожалуйста. Успокойтесь, давайте поговорим. О чем мне с тобой говорить? Ты поплатишься за то, что пыталась убить мою дочь. Послушайте, я совершила ошибку. Я раскаиваюсь. Вызов, мама. Мама, возьми трубку. Ничего мне не объясняй. Ты все расскажешь прокурору. Идем. Уберите свои руки. Пошли. Садись в машину. Ты хотела отнять жизнь моей дочери, а я отниму твою. Быстро садись. Уберите руки. Скажи спасибо, что я не убила тебя. Ты будешь гнить в тюрьме. Будешь гнить в тюрьме. Thank you.
Я бы не была в этом так уверена. Я никому не позволю ничего у меня забрать. А уж забрать мою жизнь, тем более не позволю. Эта тайна останется между нами. Простите. Идите. 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 Что с тобой? Что они с тобой сделали? Гинджар, ты же молчал? Ты ведь ничего не рассказал? Что такое, Вурал? Ты так испуган? Что за паника? Чего ты боишься? А? Боишься, все узнают, что ты убил Нази? Эбру, спокойно. Опусти пистолет. Давай поговорим, ладно? Хорошо? Я тебя не сдам полиции. Я не хотела, чтобы так вышло. Все, что я делала, было ради любви. Ради Кинана. Я просто хотела быть с ним. Не надо. Не надо, прошу. Ты еще молода. Вся жизнь впереди. Не надо. Можно скрыть то, что ты сделала с Имре. Но если убьешь меня, это уже не скрыть. Яклашма! Савакино!
мирзе Леопольда. Литвейн. Я тоже умер! Çok geç artık. Çok geç. Генджар. Что с тобой? Что они с тобой сделали? Генджар? Ты же молчал? Ты ведь ничего не рассказал? Что такое, Вурал? Ты так испуган? Что за паника? Чего ты боишься? А? Боишься, все узнают, что ты убил Нази? Звуки шли оттуда. Беги, беги. Thank you.
Она ранена. Женщина ранена. Вызывай полицию и скорую. Не теряй времени. Ты начал похищать людей? Сначала ты мне ответь. Где Гинджер? Где Гинджер, спрашиваю? Боишься, не так ли? Да, страшно. Страшно, что все узнают о твоем преступлении. Поэтому так трясешься, поэтому ищешь своего Гинджера. Хватит этих слов, которым тебя научил Азиз Топрак. Ты многого не знаешь. Нази нет, она ушла от меня, ясно? Я давно смирился с этим. Но Азиз никак не может это принять. Не может, видите ли, поверить, что сестра и его бросила. Пойми ты, никак от меня не отстанет. И теперь вот тебя подослал. Ты врешь, Демироглу. Поэтому ты так кричишь и злишься. Ты убил ее, поэтому не ищешь. Ты уничтожаешь все, к чему прикасаешься. Тогда держись от меня подальше, рыбак. Не приближайся ни к моей семье, ни к моей жене! Ты заплатишь за это. Пришло время заплатить за все, что ты сделал. Ты требуешь расплаты? Да, еще как требую. Эй, ты что? Мы не закончили. Это уж чересчур. Не командуй здесь. Мы еще не закончили. Отдай телефон! Вы сообщили семье? Сейчас сообщим, комиссар. Позвоним сыну убитой с ее телефона. К нам поступил сигнал. Очень жаль. Ясно. Теперь прочешите здесь все хорошенько. Может, преступник оставил следы? Слушаюсь. Эти прибежали, как только услышали выстрел? Да, комиссар. С какой стороны? Оттуда. Недалеко склад, где они работают. Они что-нибудь видели? Говорят, нет. Сразу как пришли, осмотрелись, но никого не видели. Если они сразу прибежали на звук, преступник, скорее всего, ушел туда. Тщательно осмотрите вон тот участок леса. Понял. Возьми с собой пару человек. Осмотрим. Ты и ты. Идите сюда. Говори. Вурал. Что такое? Скажи, что стряслось, а? Чего испугался? Я думал, ты смелый. Но если ты говорил с Сефером, то я тебя понимаю, он страшный человек. Твоя мать.
Мама звонила. А? Ты ее так испугался? Звонили из полиции. Что ты сказал? Почему из полиции? В Урал. Твоя мать. Что с мамой? Ее нашли мертвой в лесу. Что ты несешь? Спокойно, Вурал, спокойно. Ты врешь! Полицейский сказал, когда ее нашли, она еще дышала. В нее стреляли. Эбру! Стой! Подожди! Эбру! Стой! Эбру! Что ты здесь делаешь? Эбру, сдайся. Тебе нужно вернуться. Пусти. Постой. Слушай, если сбежишь, то тебе дадут больше. Сдайся. Пока не поздно, сдайся. Я не сдамся. Пусти. Эбру! Стой. Эбру! Эбру! Стой! Не убегай! Эбру, не надо! Прошу, остановись! Нет, я не вернусь! Эбру! Что ты делаешь? Ты с ума сошла? Для чего это все? Для него, что ли? Ахмед! Ахмед, я не сдамся! Давай! Едем отсюда, у нас нет времени. Если сдамся, мне конец. Прошу тебя, прошу, поехали. Поехали, Ахмед. Поехали, прошу тебя, прошу. Прошу тебя, Ахмед. Прошу тебя, Ахмед. Садись быстро в машину, быстро садись. Сердце мое, душа моя, жизнь с тобой похожа на весенний сад, на рай. Без тебя мне везде плохо. Я думаю о тех прекрасных днях, которые мы проведем вместе, и во мне расцветает весна. Мелек, свет моих очей. Твои глаза цвета моря, твое мягкое сердце залечило мои раны. Когда я увидел тебя, то понял, что ценность жизни в любви. Человек не взрослеет без любви. Когда я увидел тебя, то понял, что без любви человеком мне никогда не стать. Что бы я ни сделал в жизни, все ради тебя одной. Я так люблю тебя. Конечно, это всего лишь слова, но за этим всем огромное прошлое, настоящее, будущее. И не зря говорят, любовь делает мальчика мужчиной. С тобой я стал настоящим мужчиной. Какой же ты замечательный. Thank you.
Здравствуйте. Можно от вас позвонить? Алло, Кинан? Хазал? Я прочла письма. Где ты сейчас? Что с твоим голосом? Где ты? Все нормально? Да, я в кафе. Что-то произошло, скажи. Хазал, Джанан Демироглу... Убили. Что? Я не знаю никаких подробностей. Полиция сообщила, я сейчас еду в особняк. Хазал, ты слышишь? Да. В Урал, в больнице. Туда привезут тело. Не оставайся одна, не ходи по улице, возвращайся домой, поняла?